Здравствуйте. Это видеоответ к одному человеку, которого я не знаю, как его зовут. Но я его сделал публичным, потому что, возможно, для вас тоже здесь возникают подобные вопросы и будет найти ответ. Но я буду обращаться лично к тому человеку, который для меня это написал комментарий или вопросы, или просто пожелания. А я зачитаю ваше, то, что вы написали, а потом порассуждаю немножко об этом. Хорошо? Я тут наткнулся на видео с вашего профиля. Бога нет, становитесь атеистами. Так видео называется. Комментарии ставить не удалось, поэтому пишу лично. Меня много возмутилось то, что настроилось из этого клоуна за кафедрой. Но я, пожалуй, не буду разоряться и выделю один момент. Ученые не видели снимку из прошлого, это так. Но кто же был свидетелем того, как Бог рассказывал историю сотворения писателя вашей священной книги? Вы, ребята, выглядите еще тупее в этой ситуации. Вы верите в древнюю чепуху, которая была написана не на многоверное количество людей, неоднократно отредактирована и, не точнее, переведена. Эту книжку ваши проповедники перемысливают и перечитывают на свой лад, как юристы, Конституцию. Дерзко и нагло утверждая, что через них глаголит сам Бог. Если это ветхое Писание единственное, что дает вам смысл в жизни, то мне очень грустно за вас. Но не стоит полагать, что все люди на земле настолько ущербны, как вы. Меня просто выводит из себя ваше оголтеливое желание убедить окружающих вас людей их никчемности. Если вам действительно легче жить веруя, то вы свободны веровать во что хотите. Но перестаньте распространять христианскую заразу вокруг себя. Вот еще что. Убирайтесь с интернета и выбросьте к черту матери ваш компьютер. Потому что не Бог создал эти вещи, а безбожники, атеисты и хулители. А они добра сотворить не могли. Извините, что я так не совсем хорошо прочитал. Для меня русский язык не первый язык, поэтому так. Но здесь суть, которая не то, что как я говорю, но то, что мы можем поразмышлять и взять урок для себя с этого. Ученые, я буду кое-что брать, вычитывать и объяснять. Ученые не видели снимку из прошлого. Да, это так, они не видели снимку из прошлого, и это хорошо, что вы с этим соглашаетесь. Но как Бог рассказывал историю сотворения писателей вашей. Если вы читали Библию и много раз, возможно, слышали такое имя Моисей. Он ходил на гору несколько раз, и однажды он там был 40 дней и 40 ночей. И что вы думаете, там они делали? Вот Ветхий Завет, вот Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Вот именно там Бог ему говорил лично, и он писал. Почему не видели другие люди? Потому что они боялись. А как боялись? Когда египетские люди вышли, евреи, израильский народ из Египта, и Бог сказал, вот этот день будете поклоняться мне, я явлюсь.